игрок команды в ГИФК Артем Ничуговский. Расскажи, пожалуйста, как прошла сегодняшняя встреча для вашей команды? Ну, игра прошла не по нашему сценарию. Первый тайм сыграли мы более-менее неплохо. Во втором тайме вышли. Я не знаю почему, но допустили ряд грубейших ошибок, которые на таком уровне нельзя было допускать. И проиграли эту игру заслуженно. Как в целом оценишь выступление вашей команды по итогам 6 игр, то есть в Краснодаре и здесь, в Санкт-Петербурге? Ну, для нас это первый такой опыт на таком уровне. Поэтому, если бы не провалили две последние игры, в целом хорошо оцениваю. Ну, последние две игры, конечно, добавили негатива. Поэтому. Какие дальнейшие планы вашей команды? Тренироваться. Надеюсь, нас пригласят в эту лигу. И в следующем сезоне уже будем показывать результат. Ждем вас в лиге. Успехов в дальнейшем.